Понедельник. Старая дума еще не сдала свои полномочия, новая еще не заселилась. В коридорах Государственной Думы тишина. Нет никого вообще. Я здесь один, пришел снимать интервью, ну и, может быть, немножко порассуждать о смене власти. Списки вышли, опубликованы в российской газете, и там видно, что некоторые люди остались из предыдущего созыва, назовем их профессионалами, а некоторые люди появились вновь. И эти, которые новые, в большинстве своем либо публичные личности, так скажем, телеведущие, либо совершенно неизвестный кто, либо политологи, такие как Делягин, например, которые все время перед этим маячили на наших телевизионных экранах и, в принципе, были тоже журналистами-телеведущими, а не производственниками, либо экономистами, либо еще кем-то. Потому что круглые сутки что-то комментировать на телевизионных экранах – это значит, что не работать по существу ни на каком большом предприятии, потому что времени не хватит явно. Поэтому, по большому счету, современная, точнее, сегодняшняя новая Государственная Дума обросла такими людьми, которые не являются специалистами еще в большей степени, чем и предыдущая Дума, Дума предыдущего созыва. Не знаю, как с ней будет работать власть. Центральная власть, федеральная власть, наверное, будет просто предлагать проголосовать за какой-то момент, и на этом вся работа закончится. Но вот этот марионеточный дух современной Государственной Думы, новой Государственной Думы, он как бы витает в воздухе. Плюс еще появилась у нас некоторая такая партия, новые люди, с совершенно непонятными гражданами. Как их протащили сквозь голосование, вообще непонятно. То есть, возможно, это какие-то технологии, потому что, когда людей никто не знает, и они попадают во власть, то это точно назначение, но не выборные методы продвижения. Поэтому пока коридоры пусты, пока коридоры чисты, но вот уже завтра-послезавтра здесь появятся новые депутаты, заселят эти кабинеты, в которых находились и работали раньше предыдущие депутаты Государственной Думы. Был здесь кабинет, в котором в какой-то степени как помощник работал и я. Ну и не знаю, чем это отзовется для России. Я думаю, что что-то какое-то у меня, знаете, такое состояние некоторой тоски. Может быть, это как всегда, когда старый уходит, новый приходит. Может быть, всегда такая легкая тоска по старому возникает. Но здесь я как-то из патриотических своих соображений и побуждений я как-то переживаю немножко по-другому. Мне кажется, что новая Дума несколько хуже по качеству, чем предыдущая, но время покажет. Последний день работы Думы. Здесь все собираются уже, в каждом кабинете почти все убрано. Вывозят свои вещи депутаты, освобождают свои кабинеты для нового поколения. Я здесь подснял сейчас небольшое интервью, но, может быть, в следующий раз из стен Государственной Думы будут интервью уже с кем-то из депутатов другого созыва, действующего созыва, который сейчас приходит на смену грядущему. Честно говоря, если рассматривать Думу прошлого созыва как единое целое, то есть не конкретно каждого депутата, как явление, то я не очень доволен ее работой, потому что она приняла очень много законов, которые впрямую нарушают права человека. Достаточно вспомнить введение уголовной статьи 207.1, когда людей судят за то, что они высказывают свое мнение, причем без всяких доказательств, без всяких соблюдений законности, просто судят за то, что люди высказали свое мнение, которое, право на которое людям предоставляет наша Конституция, принятая этим летом, минувшим летом, летом 2021 года, и даже она уже полностью нарушается правоохранительными органами ради своих каких-то галочек, звездочек, званий, или, как в моем случае, ради возможной выгоды. Потому что выяснилось, что судья, которая меня засудила,
судья Окунева, она имеет мужа и свекра, которые напрямую работают с органами ФСО, МВД и другими, которые, в свою очередь, и организовали травлю меня. И я могу предположить, это, конечно, бездоказательно пока, но, по крайней мере, навальновцы эту судью Окуневу, они со своего дела ее сняли именно за это, что имеется в виду конфликт интересов. То есть судья работает на своего мужа, возможно, и на своего свекра, которые получают регулярные выигрыши, регулярные тендеры от различных правоохранительных органов. Фирма небольшая, всего 97 миллионов рублей годовой оборот, но, видимо, им деньги эти дополнительные, которые, возможно, за меня были заплачены, возможно, каким-то образом очень сильно нужны. С самого начала ходили слухи, то, что за мое осуждение кто-то проплатил 2 миллиона долларов. Честно говоря, я сомневаюсь, что это вообще было так. С другой стороны, тот нахрап и та безрассудность, с которым были нарушены все законы в отношении меня, они позволяют сделать вывод, что я был заказан. Кроме этого, за минувший год, пока длилось это рассмотрение, я обратился в Следственный комитет и в другие правоохранительные органы, в том числе и к самому президенту, всего вместе раз 20. И вы представляете, ни на одно мое заявление правоохранительные органы и президент положительно не отреагировали. Никто не завел никакого уголовного дела, хотя там были и угрозы моей семье, и вымогательства, и все адреса и телефоны преступников, возможных, мною были предоставлены. И даже в этом случае правоохранительные органы не возбудили никакого уголовного дела. А если брать меня, то взяли и вот по какой-то левой статье, которую только придумали и которую даже доказывать не собирались, ведь они же бездоказательно, взяли и, как говорится, возбудились и осудили. Естественно, подозрения у меня вполне такие внятные, что что-то было проплачено. Единственное, что я до сих пор, вот 2 года прошло, полтора, я не могу понять, кем и зачем это все было проплачено. Ну, думаю, что со временем мы разберемся, потому что точку пока ставить в этом деле рано. Я думаю, что со следующей думой, возможно, пойдут депутатские запросы по моему делу. И еще моментик такой. Судья Окунева, она ведь знала, что у нее в моем деле присутствует конфликт интересов. Она знала это. И я 10 или 20 раз подавал заявление на отвод судьи, то есть ее, из дела, потому что она явно работала на обвинительную сторону, и это было видно. Я в каждом заявлении писал именно то обоснование, что она откровенно работает на сторону обвинения. И она ни одного заявления не удовлетворила, отвод себе не сделала. И теперь выясняется, спасибо навальновцам, что, оказывается, она действительно имела с самого начала такие вот отношения с криминальными, прошу прощения, с правоохранительными, хотя, честно говоря, это одно и то же, структурами. Кстати, новая Государственная Дума, она образована таким образом, выбраны те люди, которые частично, или, скажем так, часть сегодняшних депутатов попала в Государственную Думу для того, чтобы обрести неприкосновенность. Да и вообще, сами посудите, когда Дума внутри себя содержит понятие неприкосновенности, то, а это все-таки 5 лет свободы, как говорится, а там через 5 лет можно все что угодно сделать. Так вот, 5 лет неприкосновенности – это достаточно привлекательная штука. И я уже писал там об одном в то время кандидате, который избрался благополучно, и в регионе, от которого он избрался, все знали, кто он такой и почему он идет. Именно за неприкосновенностью. И он дошел. Так что часть вот таких депутатов в Государственной Думе, не только в этой, это в каждой Государственной Думе такая ерунда творится, эта часть как раз скрывается здесь от правоохранителей. Хотя, с другой стороны, тоже вот так огульно я никого, конечно, не буду объявлять,
преступником, потому что еще неизвестно, кто больше преступник, те, кто скрывается в Государственной Думе, или те, кто за ним бегает от лица или от имени правоохранителей. Потому что сейчас все переменилось. Даже есть такие правоохранители, которые являются прямыми преступниками. Мы об этом, кстати, смотрим каждый день всевозможные фильмы. Вот недавно прошел фильм «Шеф», где показаны правоохранительные органы были просто с такой стороны, что я, честно говоря, просто блевал около телевизора. Я прилежно посмотрел некоторые серии, чтобы сложить впечатление об этом фильме. И говорю вам, что это действительно блевотина. Никаким образом по-другому я сказать не могу. Все правоохранители, которые там показаны, это и собственная безопасность, и Следственный комитет, и МВД, и прокуратура, и ФСБ, и даже те люди, которые предоставляют государственную охрану скрывающимся или свидетелям, которых они хотят сберечь, все оказались преступниками первых мастей, убийцами и тому подобное. Каждую серию правоохранители убивали примерно по 5-10 человек. И ни в одной серии никого не привлекли к этой ответственности. Поэтому у нас где телевидение, где пропаганда, там и реальность. Потому что я думаю, что авторы сценария этого фильма, показан он был по НТВ, и аналогичные фильмы идут и по другим каналам. Я уже говорил о том, что пропаганда преступности в органах МВД, в органах правоохранительных идет полным ходом. Но вот не знаю, как президент на самом деле на это отреагирует и когда это случится, потому что, на мой взгляд, пора это прекращать, иначе у нас под таким давлением пропаганды все полицаи станут действительно полицаями. Я же теперь готовлюсь в рамках уже новой Государственной Думы продолжить борьбу за свои поруганные права. У меня уже есть готовых несколько заявлений, я их не отправлял только потому, что не хотел поперек колеса, как говорится, выборного колеса лезть, чтобы не мешать работе выборной программы. Вот выбрались все, кому надо было. Государственная часть в этом плане реализована. Всю программу они свою сделали. Теперь будут рассаживаться и делить свои эти кресла. А я спокойно буду уже подавать заявления в те органы, которые я себе наметил. У меня заявлений много. Поводов для подачи заявлений еще больше. Я думаю, что на каком-то из них я смогу продвинуться к своей победе. А там поглядим. Складывать ручки я еще не готов. Посмотрим, что там дальше. И посмотрим, есть ли у нас вообще правда в нашем мире. Стоит ли за нее бороться? А то, может быть, и наоборот. Потому что у нас примеры есть. Знаете, побеждают не борцы за правду, а побеждают те, кто колпашит борцов за правду. А потом, значит, эти же борцы, точнее, эти же колпашники, они удивляются, когда приходят к ним еще более страшные, даже не члены, а многочлены.